людей, ну, не видел свидетельств людей, где свыше 90% на служение получали исцеление. Хотя бы от одной болезни. Хотя бы от одной болезни. И на каждом собрании, на каком бы не проводилось, мы спрашиваем людей, кто получил исцеление хотя бы от одной болезни. И почти весь зал поднимает руку. Один или два человека, может быть, не получил. И то, это не показатель, что ты чего-то не почувствовал. И так или иначе, есть свидетельство, когда после служения человек приходил домой, у него внешне он не пережил никаких особых ощущений. Через какое-то время он понимал, что у него нет этой болезни. Или приходил в больницу на очередное обследование, и врачи ему говорили: извините, мы ошиблись, у вас нет этой болезни. Хотя до этого 5 или 6 диагнозов ему ставили смертельную. Приговор практически. Смертельный приговор. Поэтому ваше действие в этом моменте — это просто открыть свое сердце для Иисуса Христа.